100 раз подряд, а может миллион, вставало солнце, а потом садилось, как будто бы сдавало ГТО, как будто получить пятерку сились. А он сидел, прикованный к ночи, всецело доверять, пытаясь слуху, беспомощно вздыхали все врачи, беспомощно вздывались к небу руки, безвыходности серый скользкий плащ, как змей, свою добычу обхвативший, судьбу его безжалостно сжимал, и к горлу в сотый раз комок катился. И, может быть, стояла перед ним из года в год одна и та же миска. Из года в год он жизнь свою тащил, куда не зная сам, слепой и нищий. Удел слепых и в наши дни не сладок. В те годы он был горький, как полынь. Что оставалось? Прятать среди складок, всю горечь от обиды быть слепым. И так он жил, сидел и ждал подачки. Надеялся на чудо, может быть. Осколки фраз евреев проходящих ему однажды новость принесли. Шли двое, говоря о чуде новом, что встал хромой, глухой весь день поет, что есть пророк, вещающий о Боге, который исцеление дает. Из сердца сколыхнулось у слепого, надежда бабочками в животе ему вскружила голову немного. О, может быть, он станет, как и все. Быть может, он поймет, какого цвета прекрасный воздух, тихий летний сад. Не надо будет больше ждать монеты. Он ее сможет заработать сам. Конец насмешкам. Вместо денег камни никто не бросит больше уж ему. Он сможет видеть. Только бы однажды прошел здесь этот, кажется, Иисус. И время дальше потекло лениво. Казалось, что не сядет никогда восставшая с утра над Палестиной светило древнее, а жизнь сошла. Но вот однажды тонкий слух слепого вдали услышал слабый гул толпы. Усиливался шум. Понятно, в город все эти люди в ту минуту шли. У мимо проходящего мужчины спросил слепой, куда идут они? И он услышал, сын идет Давидов, который исцеляет всех больных. Заколотилось сердце у слепого, вся жизнь его предстала перед ним. Он вспомнил, как просил недавно Бога, что Бог и этот город посетил. Он вспомнил, как бессонными ночами, тряся руками, плакал в небеса. Незрячими и мокрыми глазами пытался мир огромный увидать. И тщетно все, волнительно и тщетно, никто никак не мог ему помочь. Ни брат, ни друг, ни врач. И, если честно, ни в ком надежды не было о нем. И вот представьте, как минуту эту кричал он проходящему Христу. «Давидов сын, меня заметь, помилуй!» Всю горечь мира в речь вложив свою. Его просили помолчать, держали. Слепому было, в общем, все равно. Ему хотелось жить, как все бы зрячим. Момента этого он ждал давно. Иисус услышал и остановился. Велел позвать, слепого привели. Одно лишь слово, тут же исцелился. Бог снова показал, как он велик. И знаете, наверное, в то мгновение, когда рожденный быть слепым, увидев облаков движение, на небе ангелы запели гимн. И каждая травиночка старалась стать попрямее, ярче зеленеть. О, как же сердце ликовало, о, как хотелось славу Богу петь. И первый взгляд, так вот какое небо, так вот какие руки, Иисус! О, как величественен ты, царь вселенной! Лишь за тобою следом я пойду. 100 раз подряд, а может миллион, вставало солнце, а потом садилось. Как будто бы сдавало ГТО,
как будто получить пятерку силясь. Он не сидел прикованный к ночи, он шел за ним дорогой Палестины, за тем, кто целый мир ему дарил, кто сделал его дух и тело сильным. Аминь.